Случилось это раннею весною, тогда еще не стоял снег с кварталов. Тогда меня забрал ментов конвой, и воля словно льдинка уплывала. Тогда меня забрал ментов конвой, и воля словно льдинка уплывала. Забрали меня в черный воронок. Тогда еще узнал я цену воли, схватил я от лопаты черенок. Не нюхал мент такой тяжелой доли, схватил я от лопаты черенок. Не нюхал мент такой тяжелой доли. И вот сижу на цементном полу, вокруг бетоны каменные стены. Меня зовут к железному столу. Мы ждем, когда меняться будут смены. Меня зовут к железному столу. Мы ждем, когда меняться будут смены. Недолго длилось следствие мое. Я ощетинился огромным скатом. Собрал я все имущество свое и двинулся Столыпинским этапом. Забрал я все имущество свое и двинулся Столыпинским этапом. На зону я тогда пришел весной, теперь их на моем счету четыре. А этой весной уйду домой, домой к своей любимой девушке Людмиле. А этой весной уйду домой, своей любимой девушке Людмиле. И вот опять я вольный гражданин, иду по светлым улицам столицы. И нет конвоя, я совсем один. Дома стоят, как царские светлицы. Нет конвоя, я совсем один. Дома стоят, как